сотрудник Приднепровья. На всех мероприятиях всегда он присутствовал. Он как вот, как появлялся он везде, сразу все внимание на него. Потому что он человек очень располагающий был, красивый, высокий, и всегда с добром, всегда с улыбкой. Я никогда не видела его злым. Он всегда доброжелательным, хорошим товарищем был, всегда поможет все. И его, когда мы проводили, вот у меня есть ему стихотворение, но я не могу сейчас, я скажу с глазами, если кто-то прочитает, пожалуйста, я прочитаю. Ну что такое 50? Всего полвека это. В расцвете сил, глаза горят, актеры и поэта. Во всем вполне ты преуспел. Ты словно нас пленить сумел. Готовы слушать до утра и взрослые, и детвора. На сцене истинный казак, искусство в жесть и в глазах. Пиши, дерзай и радуй нас, любимец публики, наш Стас. И с тобой в ночи бессонной страсти пылкой пропадем. Милая, любимая, ты ко мне лети. Нежно я не подозреваю, что с весны его люблю. Сердцеведно не знаю, как давно его я жду. Он не подозревает, что с весны его люблю.